Видел там чуть-чуть пройдет, вроде не так уж и страшно. Средняя волна. Да не охуели, тут оружие Desert Eagle 10 рублей в день. Блять, это как, сука? Так, вот еще один обзор сразу решил записать. Это Мисс Фортуна. То есть это получается вот предыдущий обзор, да? Ой, ну да, предыдущий гайд, ну не гайд это абсолютно, ну просто ролик по чемпиону, да? И вот это как бы я сразу следующий записываю. За Мисс Фортуну как раз вот хотел тоже нормально. Для начала я Ешку качну, это такой град, ну свинцовый дождь называется, град пуль такой с небес. Кьюшка это, короче, простреливать через... двух врагов подряд. Вэшка это быстрая походка. Ну, похоже чем-то, как у Тима Вэшка, знаете, вот на скорость ходьбы. Ешка это вот то, что я сейчас качнул, это град с небес. И ульта это залп мощный. Чем-то напоминает залп у Люциана. Саппорт у меня Моргана, это очень хорошо будет станить. Смотрите, Блицкранг, какой хитрый. Хотел бы подвышку затянуть. Так. Блин, чё Блицкранг делает? Стоит у него уже половина хп, нету, блядь. Так, варды обязательно, в кустике варды. Блин. Кстати, пассивка автоатаки Мисс Фортуны наносят дополнительный урон по каждой новой цели. То есть надо, оп, с одной на другую вот так переключаться, чтобы эффективнее дамажить. Я не пойму, у меня такое чувство, что Блицкранг соло-бот стоит, смотрите. Блицкранг это саппорт, закуплен он под саппорта. Но адекерри никакого не стоит. Кстати, у врага два адекерри, Талан и Джинкс. Походу они то ли не прогрузились, то ли еще что-то. Короче, пацаны, это анранкет, блядь. На анранкеде не удивляйтесь такой хуйне. А вот Джинкс прибежала. Ну, Джинкс это такой адекерри, может быть опасным, в принципе. Даже Ешку вам покажу. Оп. Ой, ты чё делаешь, слышишь, нахуй? Это нормально вообще, что она делает? Блицкранг, нахуй, что она делает? Опа-на, бегу, 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 смотрите. Кстати, Ешка, она не только урон наносит вот по этой площади, да, но и замедляет врагов в ней. Все. Все, я на базу лечу, потому что рисковать нельзя. Один хук Блицкранка, и я сдох, потому... Пусть Моргана пока походит, тут пофармит одна, если хочет. Три хилки сразу, и все. И, кстати, враги лоу хпшные бегают. По крайней мере, Блицкранк. Сейчас надо прийти убить. Ну я похитителя сущности куплю сразу, прям по фасту буду закупать. Ну у нас хотя бы лесник есть, если посмотрите, в прошлой игре у нас лесника не было, в прошлой катке, тут хотя бы он присутствует. У нас в прошлой катке был лесник без кары, вот тоже такое бывает иногда, знаете, лесник без кары тоже случается. Черт, Блицкранг, он по КД теперь захукивать из кустов будет, тварь. Видите, я не хилку взял в этот раз, а игнайт. Так что... Так, Юшка, это чтобы через двух врагов простреливать. Эй, иди, 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 иди отсюда. Блин, ну, что-то враги наглеют, или у меня такое чувство? Не, ну они реально наглеют чуть-чуть.
Что-то надо с этим делать, если лесник Олаф придет, сейчас поможет, вот очень хорошо будет. Потому что что-то не нравится, враги как-то себя вольготно у меня на лайне тут чувствуют, на моем лайне, на моем боте. Ща, ща, блицкранку смерть, смотрите. Готов, я ФБ сделал, как в прошлой катсе. Нормально, нормально. Нормально. Так, опа-на, я на уровень выше Джинкса, уже нет, она... Опа-на, Поппи пришла ко мне, обратите внимание. Поппи что-то хочет от меня. У меня маны уже нет. Поппи за место Блицкранка пришла, да, тут постоять? Ну окей, окей. Да, тут вардов не хватает. Нужны варды в кусты. Давайте, свинцовый дождь. Что-то пока на лайне тут у меня никого нету. Я один хожу, но это даже хорошо, конечно. Никто не мешает. Опыт не подворовывает. Так, Моргана пришла. Но у меня маны нету, я на базу полетел, закуплюсь. Нет, 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 рано. Мне надо на самый лучший меч пока накопить. Две соточки еще. Ща, я напишу Моргане, чтоб варды ставила. Так, 0-2 пока счет в нашу пользу. Ах ты, Блицкранк. Стой, 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 нахуй, Блицкранк. У меня нету флеша, то есть пока опасно. Мне нравится у Морганы станы, то есть она вовремя станет прям очень хорошо. Блицкранк опять на лоу хп бегает. Я пока ешкой накоцывать буду. Смотрите, Блицкранк вообще опасно играет, да, прям чисто на хуки играет. Кстати, не забывайте, что он захукать и миньона может. То есть от хуков надо прятаться, блядь, прякаться за крипами просто. Смотри, Блицкранк думает, я его не вижу. Зря, зря он наивный. Так думает. Так. Так. Чё надо тебе, Блицкранк? Оп. Вообще, прям в наглую выходит просто. Так. Чёрт, рано сейчас в миньона выстрелил. Мог ещё залосить. У меня ульт есть. От урона... Общий урон 500 дамага, пока у меня тут ты. Ой, блин. Ну, у меня ни хрена маны нету, так что. Так, все, я полетел на базу закупаться. Так. Есть у меня самый лучший меч. Еще пару хилок, ну и все, собственно говоря. Отлично. Кстати, ульт. А, кстати, урон от ульта может быть критическим, очень важно. Ну хорошо, я как раз крит буду качать. Я, наверное, уже рассказывал, я, короче, с ульта и комбо 3 делал. Просто вот с одного ульта. То есть тут очень... Надо умело его еще применить. Оп. Не, меня так просто не захукает. Блицкранк. Вот видите, у меня уже от пассивки хороший урон идет, когда я по цели переключаюсь.
59 физ дамага у меня дополнительного идет. Так, варп в кусты. Сука! Нормально, да? Нормально, блядь. Просто вот больше всего бесит лакеры. Просто одной пулькой. Просто меня... Джинкс, да, которая, ну, не может играть. Просто, в принципе, не может. Я ее и почти... А, нет, не переб... Ну, короче, которая не умеет играть. Просто тупо меня ласт-хитом, блядь. Просто последней одной пулькой меня добила, и все вот. Это вообще, блядь, больше всего бесит. Ничего, у меня ульт есть, сейчас приду, трипл килл сделаю, короче, на боте. Смотрите, просто я могу блицкранка и джинкс убить просто с ульта сейчас. Стой, блицкранк, на нахуй. Ебать меня отхуес... Блядь, пиздец меня отпидорасило на полкарты. Нормально, это ульт такой у Поппи, да? Просто пиздец, да? Она меня... По сути, меня Поппи сейчас засейвила. Можно сказать, тем, что отрикошетила меня вот этим... Просто ультом, блядь, меня, ну нормально. Все, у меня нету вышки на боте, это замечательно. Люблю, когда нету вышки, она только мешает. Вы что делаете? Ща Поппи не будет, смотрите, оп. Кстати, я могу убить... На нахуй, дабл килл просто. Во, вот это мне нравится. На, вот это нормально. Пойду на базу теперь закупаться. Чё-то мне Моргана наша не нравится. Да хуя в чате пиздит. И не только на меня. Ну ладно. Бывает. Если школьнички попадаются. Итого 5-6 счет в нашу пользу. Притом у меня 4-1. То есть из 6 убийств 4 мои. Ну это к тому, что там кто-то пишет в чате. Типа, чё там Адакери нихуя не убивает. Ну да, блядь, нихуя не убиваю. Да, ульт мне нравится определенно. Притом я хочу криты, чтобы хотя бы 80% были. Тогда вообще нормально будет у меня. Ульта, блядь, прикиньте, ульта плюс еще ульта, которая критует нахуй. Вообще четко. Так, блицкранк стоит, хочет меня хуковать, тварь. Ничего, просто за крипами ходим. Интересно, мне кто-нибудь придет, поможет на бот, не? Оп, замансил, задоджил сейчас хук. Иди нахуй, а? Смотрите, я уже половину хп вынес, джинкс. Не, да, даже не думайте нахуй. Оп, как я выжил-то, а, сука. Бля, меня так... Пиздец. И притом хуй ко мне кто придут, вы видели, да? Враги ко мне просто пятером приходили. Пятером приходили, да? А ко мне хуй кто придет. Вот я ебал в такой тиме играть. Меня, сука, пятером гангают. А как ко мне прийти помочь? Так хуй, блядь. Сука, так вот эта хуйня бесит. У Джинкс серия убийств за них теперь. Вообще заебись, блядь. У Джинкс, у нулевой, которая не умеет играть. У нее серия убийств. Ну, блядь, я ебал с такой темой играть. Честно, ебал. Просто я, блядь, спамить буду в чат, нахуй. Я ебал. Вы видели, да? Ко мне вот отмотайте на 4 минуты назад. Ко мне просто в пятером, сука, приходили гангать.
Я даже СС писать не буду, мне вообще похуй, пусть мою тиму там убивают. Просто ко мне вчетвером, в пятером, как обычно, приходят гангать, я еще не умираю, я еще умудряюсь против четверых выстоять. А ко мне хуй кто придет помогать, и я просто ебал так играть. Еще и Моргана съебалась, мне нихуя не саппортит. Вообще вот всегда заебись, когда такая тима крутая попадается. Вообще заебись. Да. Джинкс притом на уровень ниже меня. То есть Джинкс, вот смотрите, видите, Блицкранк вместе с Джинкс ходит. То есть он Джинкс не бросал, а меня Моргана просто бросила, блядь. Сейчас, короче, надо спушить вышку на боте у них. Оп, оп, оп. Оп, ща, так, ща, даблкил наклевывается. На, нахуй. Есть. Есть, я убил Джинкс все-таки. Ой, бля, ой, бля. Ну, вы видели, да? Смотрите. Два дауна просто, два дауна вот, два дауна ходят, меня убивают, а они где-то в сторонке ходят. Ну, не, ну ГГ, блядь. ГГ с такой тимой, вот с такой тимой поиграйте, и потом пишите мне в комментах, блядь, что-то, что, блядь, играть, еще что-то скилл, блядь. Вот сами поиграйте вот с такой тимой, как у меня, блядь. Просто два дебила, блядь, меня убивают, они там ходят, и я не знаю, что делают по лесу. Да. А мне похуй, я какая катка будет, такая и выложу. Пусть, блядь, на долбоебов, блядь, видят, какие тут играют. Да. Даже я хуй, я в ахуе просто. У врага серия убийств. У никчемных. Они играть не умеют, враги. Но у них серия убийств, потому что у меня в команде такие же никчемные, блядь, играют. Да. Ну хули, буду в соло ходить, тащить, что делать? Сейчас Джинкс пришла, опять к ней Блицкранк придет и меня убьют. Вон Блицкранк идет по воде, видите? То есть у Блицкранк он хороший саппорт, видите? Он помогает Джинкс, а Моргана, вот мой саппорт, она съебалась куда-то и все, я ее уже... давно не видел. Видите, мне этот, как его зовут, Блицкранк, он просто не будет давать мне играть сейчас. Да, 14-7, счет в пользу врага. Ну это правильно, таким долбоебом как в моей тиме нехуй вообще тащить. Ну окей, я больше не буду на боте стоять, я боюсь, меня там убьют, я буду вот теперь на миду стоять. Так, есть ульт второго уровня. А ведь Картус хороший, чем мог бы затащить. Охуеть, враги дракона завалили. Притом не первого, да, вроде? Так, надо вышку сносить сейчас. Ой, идите нахуй. Да, заебись. Так, в принципе, у меня есть 20%. Ну, в принципе, я могу сейчас на мид прийти. Это ультануть, ну и попробовать что-то даблкил, триплкил может даже сделать. Хотя какой там с такими долбоебами? Ебать. Моргана, Кактус, мощные чемпионы. А у них 0-3 счет.
да. Ну сейчас приду, надо, короче, сделать какой-нибудь пентакил, блядь, и все. И идти пушить. Оп-оп-оп-оп. Оп. Готов, нахуй. Обезьяну убили. Обезьяну убили. Охуеть, у меня на боте башни нету. Но это нормально. Вард в кусты, блядь. Опа, на талон побежал. Опасно. Ой-ой-ой, ну все. Я сдаваться, короче, не буду, потому что хочу бой записать все-таки подольше. Но если б я не на фраб сыграл... Нет, сдаваться я не буду. Но если б не на фраб сыграл, я бы сабмишн уже объявлял. Так, я, короче, купил похититель сущности, вот. Теперь надо грань бесконечности. То есть я вообще думаю сотку сделать шанс крита, чтобы вообще ультовать с критом, вообще красота. Вот. Как раз сила атаки сразу грань бесконечности даст. Крит. Потом скорострельная пушка. Потом хорошо бы кровопийцу еще собрать, я люблю. Заметьте, ультуй, ультуй, ультуй. Сука! Что я сделал сейчас? Что я... Я убил талона. О, трипл килл. Короче, мы сейчас троих только что убили. Нормально. Можем же, когда хотим. У меня, кстати, залагало в тот же момент. Вы видели, я ступил. Короче, я заюзал ульт и нажал на правую кнопку мыши. То есть я сам же зафейлил свой ульт. Кстати, заметьте, у моей тимы 11 убийств. 7 из них мои. То есть вы понимаете, к чему я клоню, да? Из 11 убийств 7 моих. Такая хуйня, так и играем. Обезьяна еще что-то в уклон ходит, что-то хочет. Да. Ну эта катка такая попотнее прошлой, по крайней мере. Так, хилку возьмем, к сожалению, на две не хватает бабла. И пошли. Кстати, Кьюшка уже 200 урона наносит и 320 тому, кто позади стоит. Если я все правильно понял. Опа, на попе от страха аж это зафлешовалось. В принципе, я бы мог сейчас... Ой-ой-ой. Ну, заебись, чё. Меня Поппи какая-то убила, вы представляете? Да, Поппи, блядь. У которой дамага нету, танк, которая меня убила. Да, нормально. И, конечно, хули ее расфармили, блядь. Не, сдаваться я... Я принципиально не буду сейчас сдаваться. Принципиально просто. Я же говорю, если бы не записывал, я бы... Субмишн уже сделал бы. Я просто из-за принципа не буду. Гоу. Минус 5. И пушить. Просто мы бы могли сейчас минус 5 сделать.
и идти кушать просто. И все заебись бы, нормально было. Аху, нормально меня попе, да? Отпидорасила аж на... Сука, аж на эту, на респаун. Спасибо, спасибо. Давайте, убивайте, сука, убивайте, блядь. Изи килл, бля... Сука, прошмандовка, блядь. Просто изи килл сейчас, просто изи килл, блядь. Изи килл был. 3-4 изи килла бегало, но меня убили. Не, ну это нормально все, это нормально. Для меня не удивительно, для моей игры. У врага, блядь, серия убийств. Как у Вуконга может быть серия убийств? Пиздец. Какой ГГ, блядь, ПНХ, нахуй. Да.